Друзья, рад вас приветствовать на канале. Сегодня я буду рассказывать об AliExpress, огромные скидки, как делать возвраты, если не соответствует описанию, брак там и так далее, заработок и прочее. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. С вами Владимир, вы на канале Apple Expert. Итак, друзья, смотрите. Очень классная компания AliExpress, она предоставляет нам очень классный товар, очень много, но с помощью одного сервиса вы можете очень классные скидки выбивать от 5 до 23%. И эта приложуха называется SmartySale. Как сами можете видеть, очень много разных магазинов, которые привязаны. Вы буквально синхронизируете ваше устройство с AliExpress, привязываете на одну и ту же учетную запись, чтобы она была в синхроне, иначе это не сработает. Переходите и получаете, мало того, что вы покупаете товар, получаете скидку, кэшбэк. Кэшбэк вы можете выводить от $14.5 на карты и от $50 на PayPal. Очень круто. И точно так же эта компания предлагает вам реферальную программу. Как сами можете видеть, там от 5 человек активных, которые скупились на $20 или $20 кэшбэка, вы будете получать 50 и так далее по списку. Все как там расписано. Очень круто, классно. Поэтому обязательно чекаем, синхронизируем, и эти вещи вы будете получать доход и огромные скидки. Ну, это все круто. Что касаемо AliExpress продуктов, смотрите, всегда обращайте внимание на отзывы, на комментарии, то, что люди оставляют, есть негативные отзывы, вы получаете товар или вообще можете его не получить, или что-то другое, как сделать правильно возврат. То есть вы переходите на ваш товар, что вы его получили или не получили, если вы не получили, вам возвращаются деньги и так автоматически на способ оплаты, либо на бонусный счет, либо оттуда, откуда были списаны деньги. Если пришло что-то не то или не рабочее, вы нажимаете «Получили», оставили там какой-то отзыв и точно так же переходите туда, на вашу покупку и нажимаете «Возврат», «Возврат средств». Выбираете «Возврат просто средств», либо «Возврат товара и средств». Неважно, это уже зависит от вас. Главное то, что вы, чтобы заскринили сам магазин, где вы купили, скопировали ссылочку, номер ID заказа и точно так же посылка, по которому номер у вас шла, международная. Это все, нафоткаете ваш товар и пишите, согласно того, что я заказал такой-то товар, номер заказа, посылка, скриншоты, фотографии всего этого, там напишите продавцу, если не отвечает, тоже заскриншотите. Загружаете это все и отправляете. То есть вы выбрали пункт, там, товар не соответствует описанию, товар бракованный, либо товар приехал частично или не полностью. Это и это все попадает именно на то, что вы получите свои деньги, возврат. То есть да, потребуется какое-то время, но вы сможете вернуть эти деньги. Даже в том случае, что если товар останется при вас. Если у вас будут какие-то вопросы, вы, конечно же, напишите в комментарии, я вам помогу с этим разобраться. AliExpress приложение, либо на сайте, где вы сидите, не всегда правильно показывают вам текущее местоположение по ссылке. Я закрепил в описании под видео, здесь в закрепленном комментарии точно так же, то, что вы можете следить по ссылку в текущем времени, то есть без каких-либо ошибок, багов, запозданий, просто ввели ваш номер, ID, трек номер, неважно, и вы можете следить в текущем времени, где ваша посылка находится. Вот. Это тоже полезная фича, как по мне. Ну, а самое основное, это я вам рассказал про AliExpress заработок и кэшбэки. Это вообще супер-пупер система. Если у вас будет какой-то товар заинтересованный и хотите на него получить больше скидку, вы просто скиньте его мне в комментарии под видео. Я вам отправлю ссылку по скидке, которую вы можете его приобрести. И все. Я думаю, каждый из вас будет доволен. Поэтому чекайте все ссылки в описании. Дальше больше. Скоро увидимся.